Добрый день, уважаемые участники расширенного заседания. Вы знаете, что произошло резкое снижение американских долларов и фаз роста. Это, видимо, будет длительно. Цены на сырье и товары — это основа нашего топливного сырья. Это основа не только нашего экспорта, но и благоприятных факторов внутренних и внешних. И все-таки, если говорить о ее нынешней структуре, скажу